19 апреля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся мастер-класс генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» журналистки и телеведущей Тины Канделаки. Встреча со студентами пройдет в формате живого диалога. Тина Канделаки уже посещала КФУ в 2017 году. Тогда на встрече со студентами она рассказала о киберспорте и контенте будущего. Подробнее об этом мероприятии мы расскажем в следующем выпуске. На юридическом факультете Казанского федерального университета состоялся международный научно-практический круглый стол, на котором обсудили практику адаптации мигрантов в сегодняшнем обществе на примере Европейского Союза и России. Как отметили участники мероприятия, проблема адаптации является одной из наиболее важных областей изучения. Насколько реально обеспечить льготами мигрантов в принимающем обществе? Может ли Россия использовать опыт Европейского Союза в области адаптационной политики? Эти и другие вопросы обсуждались участниками научного международного мероприятия. Сирийские студенты Казанского федерального университета организовали встречу «Сирия, мы с тобой». Вместе с проректором по внешним связям Ленаром Латыповым участники встречи обсудили текущую ситуацию в Сирии, политические конфликты вокруг государства и возможные пути решения. В Казанском федеральном университете прошел 7-й международный хлебниковский фестиваль «Ладомир». На мероприятии собрались поэты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они выступили с поэтическими произведениями для зрителей в Музее истории Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Аделя Шемилова, Альбина Нуриева, Ленардо Влетяров, Универньюз.